Давайте с вами представим, что вы отправляетесь в путешествие на Марс. Что вы с собой обязательно бы взяли? Надо взять с собой питье. Нужно взять с собой скафандр и еду. Надо костюм для космонавта, еду в тюбиках, флаг. Как вы думаете, что бы вы увидели, только приземлившись на Марс? Мы увидели бы там красную поверхность планеты и, как на Луне, такие вот штуки, из которых может выйти магнит.